Кэшбэк-сервис letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. А расширение Google Chrome напомнит о кэшбэке. Как получить премиум-аккаунт в подарок? Смотри в описании и помни, что плохие сервисы я не советую. Привет, у микрофона Apple Explosion. Обновившись до iOS 9 вместе с новыми возможностями, пользователи яблочных устройств получили целый букет проблем. В большинстве своем они связаны с стабильностью системы. Часть ошибок Apple уже исправила в обновлениях, однако некоторые все еще остались. Одной из таких является проблема с Game Center. Критическая ошибка приводит к тому, что при попытке запустить приложение или же просто получить доступ к его настройкам, оно по неизвестной причине блокируется. После этого запуск игр, привязанных к Game Center, также становится невозможным. И не стоит пытаться решить проблему перезагрузкой своего iPhone или iPad. Не поможет. В этом видео постараемся решить эту проблему. Единственный выход в таком случае – полный сброс устройства. Восстановление системы из резервной копии также никоим образом не устраняет последствий ошибки. Итак, подключаем устройство к iTunes, жмем «Восстановить» и настраиваем устройство как новое. К сожалению, это единственный выход. Естественно, после сброса вам заново придется качать приложение и проходить все уровни. В общем, абсолютно вся информация с устройства удалится. Если никакого желания заниматься подобными вещами у вас нет, у вас есть вариант дождаться релиза новой iOS или же поставить свежую бету iOS 9.3. Мне действительно обидно, что некоторые пользователи из-за этого пострадают. Ведь существует много iOS-геймеров, которые уделяют играм на iOS все свободное время и попроходили кучу уровней. Теперь они попросту потеряли к ним доступ и смогут их открыть только после того, как выйдет релиз новой беты. Эх, обидно, Apple, раньше такого не было. Ну а я надеюсь, что я вам помог, и если вы хотите продолжение этой рубрики, то ставьте лайк и пишите в комментариях свои проблемы, на них я дам ответ в следующем видео. А если вы очень креативный, то можете записать видео, где вы описываете свою проблему, и я вставлю его в свой следующий ролик. Свои видосы кидайте на вот эту почту. Ну а на этом все, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самые интересные события из мира Apple. Я действительно стараюсь и делаю видео очень качественными. Помните о том, что больше лайков, больше выпусков, и также заходите в социальные сети, ссылки на которые есть в описании. Там тоже много увлекательной информации. Думайте иначе. Пока.